Я многодетная мама с 6 детьми в одиночку построила дом. Папа, они такие тяжело, они убегают. Ну ни под какие программы не подходят. Нам ничего не полагается. В марте мы переехали в сарайки жить. Страх то, что детей могли забрать. Дети не могут в таких условиях жить. Это нельзя. Самое страшное, как не остаться в зиму в сарайке. Вот вспомнишь, страшно. Много людей, кто откликнулись и приходили, вот просто помогали стены поднимать. Дети, они, наверное, движение жизни. Вот благодаря своим детям я построила этот дом.